Несмотря на непростую эпидемическую обстановку, этим летом в лагере «Окуневские зори» прошли три тематические оздоровительные смены. 237 школьников были вовлечены в темы экологии, творчества и толерантности в молодежной среде. Еще 148 детей провели каникулы в палаточном лагере. Такая организация отдыха получила высокую оценку на региональном уровне. Есть в этом году у лагеря и другие достижения в работе. В 2021 году наш педагогический отряд лагеря «Окуневские зори» стал дипломантом второй степени, как лучшая программа педагогического отряда. И мы также получили грант в размере 225 тысяч, которые потратили на улучшение материально-технической базы. А в частности, создали новый кружок по интересам, медиа, где дети будут обучаться навыкам видеосъемки и так далее. А также в 2021 году программа нашего лагеря «По морям, по странам» стала призером, получила диплом первой степени в номинации «Лучшая программа оздоровления и отдыха детей». Смены в лагере «Окуневские зори» будут организованы и в эти новогодние каникулы. На художественно-эстетическую уже сейчас начался прием заявлений. С января можно будет уже записываться и на летний период. Более подробную информацию уточняйте по телефонам 3 80 01 и 3 44 32.